Я только проснулась, голос немножко сонный. Сейчас пойду умываться, делать свою, ну, не гимнастику. А я на Ютубе нашла очень классный фитнес-канал, называется Ти-Джим. Там девушка Татьяна уже не первый год выкладывает видео, она тренер. Но сейчас у нее новых видео нет с тренировками, но мне хватает того, что есть у нее на канале. Это просто какая-то чудесная девчонка, которая так классно мотивирует. С ней прям хочется заниматься. И я для себя выбрала такой а-ля режим, когда у меня есть побольше свободного времени. То есть я беру тренировочку такую, ну, побольше свободного времени и желания, естественно. Я беру тренировочку такую побольше, на часик, на разные там, на разные группы мышц, ну, или там такой, как это, word arc, да, называется, когда на разные-разные части тела, прям такая бронебойная тренировка. Вот. А утром, или когда мне очень лень, я просто, например, беру тренировочку, знаете, там есть такие танцевалочки небольшие, да, на 15 минут, например, и просто подрыгаться, потанцевать с утра, разогнать лимфу, разогнать кровь, проснуться. Это очень-очень классно. И, в принципе, вот у меня сейчас такой режим, легкое что-нибудь с утра, когда ты, ну, когда ты уже там не успеваешь, естественно, но мало времени утром, когда ты собираешься на работу, но 15 минут ты можешь найти, и ты очень классно просыпаешься. И а выходные, или когда вот сейчас выходные, да, долгие, ну, как долгие, 23-е, 24-е, плюс суббота, воскресенье, или просто выходные, или просто когда есть время утром, долгую тренировочку. И вот так приучаешь себя к ежедневной рутине физической активности. То есть у меня сейчас такой период, когда я готовлюсь, как всегда, все мы готовимся к лету. Вот такое лирическое отступление на активные физические темы. А вообще мне хотелось бы показать вам такую книжечку. Я думаю, что вы знакомы с автором Эндрю Мэтис. Если вы с ним не знакомы, то обязательно познакомьтесь. И когда вам грустно, когда хандрите, или просто когда хочется вот поддержать свое ментальное здоровье, как-то я всегда возвращаюсь вот к его книгам. У него есть несколько книг. У меня, по-моему, нет, у меня не все, конечно, но, по-моему, две или три книжки у меня есть. Автор просто шикарный, настолько с легким языком написано, с такими, знаете, бывает, эти картиночками какими-то сопровождающими, приятный шрифт у книг очень, и просто когда вот грусть, тоска или какие-то проблемы или что-то еще, хотя бы там пару глав почитаешь, и намного-намного становится как-то легче. Выносишь из этих книг много уроков, есть над чем задуматься, и главное, написано доступным языком, без всякой заумности, и очень-очень интересно. Так что советую, если не знаете этого автора, узнать о нем.
На сегодняшнее утро у меня Шаума, мой любимый шампунь свежести хлопок, очень классный. После мытья волос очень люблю воспользоваться вот таким кондиционером, который идет непосредственно в упаковочке с краской лореалевской. Волосы мои его безумно любят и выглядит после потрясающе. Вот такой кондишн с медом, маленький флакончик. Ну, иногда я весь использую этот флакончик, а иногда, вот как сейчас на утро, половиночку на минутку на волосы. Вообще просто шикарно и классно. Если вы еще не полюбили сухой массаж вот такой щеткой для тела, советую очень его сильно полюбить и начать практиковать. У меня щеточка от The Body Shop, любимого магазина, который от нас ушел, но вот щетка осталась. Все очень просто. Проснулись утречком, чтобы взбодриться, кожу свою взбодрить, чтобы она была гладкой, мягкой. На сухой коже по массажным линиям от низа в направлении верха всегда идем и круговыми движениями по попе и по животу. Очень люблю сухой массаж и всем его советую. Для начала, конечно, нужно выбирать щеточку помягче, то есть нельзя драть кожу, надо, чтобы вам было комфортно. Ну а потом, когда вы привыкнете, уже такую можно бронебойную. У меня достаточно бронебойная, я бы сказала. Абсолютно не мягкая, такая немножечко дерет, но я уж привыкла, и абсолютно мне это не приносит никакого дискомфорта. Главное, что да, вам должно быть, ну, конечно, не лайтово, но дискомфортно вам точно не должно быть. То есть до крови и до сильных покраснений нельзя кожу драть. Любимая умывалочка от Люмине в форме крема, очень мне понравилось. Вот практически у меня все закончилось, прям до последних капель выдавливаю крем для очищения кожи, придающий сияние, с водой северной морожки. Прям понравился. Закончилась моя сыворотка от Simple Beauty с гиалуроновой кислотой и с молочной кислотой. Я прям ее так классно быстро съела. Ну, не я, а мое лицо. Очень мне понравилось. Прям фаворит. Я думаю, что из этой серии я повторю сыворотку, только уже возьму с каким-то другим наполнением. И на замену Simple Beauty я беру сыворотку от Mixit. Тоже с гиалуроновой кислотой. Сыворотка концентрат увлажняющая. Water Bump Serum. На самом деле от Mixit я ни разу ничем не пользовалась. И вот эта сыворотка мне пришла с девочкой, с блогером из Нельзя Грамма. Обменивались посылочками, и она мне прислала несколько средств. Леся Скитлс, если что, привет большой. Она мне прислала несколько средств от Mixit, и я с удовольствием буду пробовать, потому что, повторюсь, с брендом не знакома, как-то много всего и проходила мимо. На этот раз не пройду. И забрала себе в уход вот такую малышку. Она тоже с пипеточкой, что очень удобно и гигиенично. И еще сейчас ритуаль на скидке. Моя любимая аромата от Антонио Бандерас. 2000-1300 почти. Вот этот аромат мне очень нравится. Ливели мусс. Вот этот аромат тоже нравится, но меньше. И один из самых любимых вот такой золотой. Her Secret Gold. Так, у нас получается 50 миллилитров, 1259 рублей. Еще одна любимка, это Her Secret Desire, такой фиолетовый, тоже очень классный. И Her Secret Temperation, тоже просто любимка, у меня все есть. А, у нас получается... Сколько? А, 80 или... А, да, 80 миллилитров. 1769 и 50 миллилитров со скидочкой 1259. Еще очень классные ароматы, такие
комплиментарные. То есть вы на них будете получать комплименты. Ну, симпатичные, красивенькие тоже по оформлению. Не знаю, мне очень нравится Антонио Бандерас, и как-то его хвалебных отзывов не очень много, но я прям люблю их. Здоровские, классные любимочки.